Сегодня в Сыктывкаре участники 6-го международного скульптурного симпозиума начали работу с камнем. Правда, сначала на территории Национальной галереи при помощи крана передвигали огромные валуны. Пытались определить оптимальное для мастеров расположение гранитных глыб. Константин Куратов наблюдал за процессом. Эти камни приехали из Палевиц и Чёва. Сейчас их обвязывают стропами и опускают на землю. Правильно поставить камни, чтобы не упали, это уже полдела, отмечают скульпторы. Дальше чистое творчество. По словам художников из Пермского края, этот материал подходит им идеально. Это будет первоохотник. Вот. Здесь он будет сидеть. И подставка под него, вот этот камень. То есть вот этот камень будет находиться на этом камне. На симпозиум приехал и скульптор из Германии. Он погулял по Сыктывкару и заглянул в музеи. Особенно его удивили старинные народные вещи. Это красивый город. И я думаю, там есть тоже очень хорошая, красивая природа вокруг города. Я хочу переехать опять. Может быть, тоже зимой, осенью, весной. На то, чтобы превратить эти глыбы в произведение искусства, дается всего 2 недели, но художники обещают успеть. Даже за день можно сделать. Это все реально, смотря какая композиция, смотря какой замысел у художника. Итогом пленэра станет выставка объемной пластики, которую перевезут в Финно-Угорский этнокультурный парк. Константин Куратов, Любовь Королева, Кирилл Шичалин, Алексей Паршуков, телеканал «Юрган», Сыктывкар.